Простите за опоздание. Вы в порядке? Я хочу выйти из токсичных отношений. Пожалуйста, расскажите нам, что побудило вас прийти сюда? Мой босс не совсем обычный. Прямо в голову тебе залез, а? Ты мне нужен. Бегу, господин! И такое чувство, будто он может уничтожить тебя по щелчку пальцев. Даже и без щелчка. Ясно. О, звучит очень знакомо. Да, что? Ренфилд, приведи мне невинных жертв. Я хочу парочку монашек и полный автобус школьниц. А я просто хочу вернуть свою обычную жизнь. Но современный мир — опасное место. Нет, 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 нет. Спасибо, ты спас мне жизнь. Мне не показалось, что ты отрубил парню руки при помощи подноса? У меня мощное запястье. Я все объясню. Мой босс наделил меня этой силой. Взамен я служу ему, забочусь, кормлю. Ты приводишь людей ему на съеденье? Ты типа курьер по доставке еды для злодея? А что случится, если вы перестанете делать все, что он просит? Он перестанет быть всесильным. Именно, он перестанет быть всесильным. Что? Как странно вы это сформулировали, но да. Здрасте, вы пришли на встречу? Ну что ж, заходите. Нет! Зовут меня тьмой, другие — самой смертью. Но большинству я известен как Дракула. Ясно. Да, нарциссизм тут прямо цветет и пахнет.